Всем привет! Устал рассказывать об успехах наших подопечных, поэтому расскажу о себе. Больше года хожу в бассейн, где по интернету и книгам совершенствую плавание. И вот уже три занятия, как работаю под руководством персонального тренера. Что рассказать об этом опыте? До таких занятий надо дорасти. Все то же самое и все другое. Квалифицированный человек наблюдает тебя со стороны и корректирует твою работу в реальном времени, делая ее плодотворной. Я стал заниматься дольше и больше проплываю, но меньше устаю. Будет забавно, если за месяц смогу на километры выплыть из 20 минут, чего никак не мог сделать за год самостоятельных занятий. А все идет к тому. Главные правила, которым стараюсь следовать, работая с персональным тренером. Не опаздывать, не дискутировать, четко выполнять задания, которые тебе дают. И вам советую, друзья, тебе говорят, делай. Считаешь себя умнее, найди другого тренера или тренируйся один, не вопрос. Заниматься без тренера можно любым спортом, но лучше всего боксом, чтобы из тебя быстрее дурь выбили. Ну или на худой конец реабилитации ей. В этой отрасли умников больше, чем где бы то ни было.